Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончилась неделя, так что, друзья мои, пора открывать свои награды. Так, ну что, здесь у нас будет разыгрываться крип, поэтому особой радости он не доставляет. Вот сюрикены это пригодится. Так, крип в сторону, вот золотые осколки, друзья мои, нам нужны и, ну, конечно же, платиновые. Так, Лига Мастеров, забираем здесь награду. И сейчас я хочу посмотреть, хватит ли мне золотых осколков для... Да, да, друзья мои, хватает. Для того, чтобы мы могли с тобой перевести наших ребятулек в золотой ранг. Ну что, давай-ка мы, наверное, с тобой переведем... Слушай, ну тут соблазн, конечно. Тут и Рафаэль есть ролевой, и Кейси Джонс, и Бибоп, и Донателло ролевой. Также так и Рокстеди фильм, и Донателло оригинальный. Слушай, я думаю, что мы, наверное, с тобой переведем все-таки Донни оригинала. Поднять ранг, да-да. Я его с этим поздравляю, ребята, и нас тоже с этим, так сказать, знаменательным днем. Так, друзья мои, и можно, в принципе, его прокачать. Хотя, нет, прокачать не получится, потому что не хватает мутагена. В общем, ребята, ух ты. А, мы ему можем... Че, серьезно, что ли? Блин, а у меня не хватает мутагена. Мы бы ему сразу же влепили бы пятую золотую звезду. Слушай, надо постараться сегодня заработать 10 тысяч мутагена, да? И сделать то самое наше дело, бравое. Так, ты не забывай, что у нас сегодня... Вообще-то должно быть в понедельник, ребята, да? Мы с вами, как говорится, начинаем неделю с понедельника. Но сегодня вторник, ребята, потому что я работал все эти дни. У меня не получилось, к сожалению, это сделать. Вот выходной только сегодня. Так что серия, как говорится, делается во вторник, а выйдет, наверное, уже в среду, скорее всего. Так, что у нас тут целая куча заданий. Плюс... Так, Донателло будем повышать с тобой. И поэтому начинаем. Начинаем с турнирной аренки, друзья мои. Кстати, здесь у нас разыгрывается Саблезуб. Тоже не очень хороший вариант, по крайней мере для меня. Потому что Саблезуб у меня уже в топчике. Ну, а мы с тобой приступаем. Еще раз повторю, ребят, сегодня вторник, поэтому буста не получится. Но он, в принципе, нам уже и не нужен, если быть честным. С тобой мы рекорды все поставили, которые могли. Так что будем просто в свое удовольствие проходить и, как говорится, повышаться по рангу. И первый бой у нас, как всегда, разминочный. Два бибопчика плюс Рокстеди. Эх, была не была. Поехали. Так, начну я, наверное, с разбора Леонардо. Давай-ка вот так вот его. Опа. Так, добьешь. Красавелла. Рокстеди, а ты займешься у нас... Давай его, наверное, Макманом. Так, мы еще и замедлили его. Ну, ты понимаешь, что волноваться здесь нечего, потому что что они могут сделать нам, извини меня, 30 уровнем? Абсолютно ничего. Ну, а мы с тобой проходим дальше. И сейчас, кстати, будем смотреть, насколько быстро мы с тобой можем вообще повышаться здесь. Ну-ка, покажите ко мне. Какое место? Ну, в принципе, пока нормально. Пока идем неплохо, но это только начало. Так что радоваться не стоит. Если мы сейчас, кстати, с тобой поищем... Вот, видишь, уже 11.11, и это у нас Назя. Интересное такое имя или никнейм, Назя. Короче, здесь 17 уровень противника, а мы с тобой берем 30 уровень. Кстати, здесь у нас и Донателло оригинал как раз, который сегодня будет у нас апаться на пятую золотую звезду. Я надеюсь, мы успеем с тобой это сделать. Так, ну-ка. А зачем я так сделал? Ё-моё, можно было бы и массовый, в принципе, атакой шваркнуть. Так, ладно. Все равно они здесь нам ничего особого не сделают. 17 уровень против 30-го. У врага даже шанса не будет. Ни малейшего, ты понимаешь, да? Так, и нейтрализатор. Ну-ка. Бамс, мы ему понизили атаку. Кстати, ребята, получаю от вас комментарии, да? Типа, Рэй, где видео? Неужели тебе надоели черепашки ниндзя? Почему так мало? Нет, ребята, я еще раз объясняю, потому что я работаю, понимаете? Я работаю по 12 часов, мне очень тяжело совмещать работу и... видосики, поэтому я их могу снимать только на выходных, и то не на всех. А когда есть для этого у меня свободное время. Тем более сейчас небольшие семейные проблемы, как бы их тоже решаю поэтапно. Так что, ребят, никуда я не исчез, никуда я не пропал. Все будет просто с небольшим, так сказать, опозданием. Ну что, тут у нас с тобой Леонардо Космос, Саблезуб плюс Спид. И, кстати, против уже 21 уровень, хотя только лишь... Третий, друзья мои, бой. Третий бой, а уже 21 уровень. Ну, я тебе говорил, что буста не получится, и враг будет здесь нас с тобой очень хорошо прессовать. Так, ну что, давай-ка мы с тобой с Бакстером закончим и начнем, наверное... А давай вот так вот сделаем.
Тринс, броня. Так, ребята, да фиг ты нас пробьешь. И этот тоже нас не пробьет со своими маузерами. Хотя чуть-чуть он, конечно, немножко там здоровье поднял, но это не страшно и не критично. Так, ну что, Рафаэль Фильм, пора тебе отдыхать. И мы его отправляем на покой. Так, это третий был бой у нас с тобой, и поэтому продолжаем, ребят, продолжаем. Я надеюсь, сегодня мы с тобой хотя бы до Лиги Сёгунов доберемся тихим сапом. Ну, я на это надеюсь. Видишь, как у нас? Раньше мы с тобой уже бы здесь давно были бы, я не знаю, воин 3 звезды. Там чуть ли не 52-я позиция. А вот так как у нас уже время упущено, нам тяжело сейчас будет это все, конечно, наверстать. Но зато есть один, ребята, плюсик в этом деле. Я тебе сейчас объясню, какой. Когда мы с тобой начинаем делать буст, да, с самого начала недели, я имею в виду с понедельника, там еще не сформировалась, так сказать, лига. Она живая, она еще дышит. В данный момент здесь уже, как вторник сегодня, да, уже какие-то ниши установлены. То есть противник уже стоит, укомплектовавшись, не дергается, не прыгает. То есть мы сейчас с тобой идем уже, как говорится, по основе. То есть не какой-то там отборочный, а именно основа. То есть вот сейчас мы с тобой, например, перейдем в лигу, например, самураев, да, или там сёгунов. И у нас очень с тобой маленький шанс упасть слишком быстро вниз, потому что уже будем иметь определенную ячейку. А когда ты в первый день играешь, да, когда вот эта вот очередь еще живая, грубо говоря, ты дошел до определенного своего топчика, буквально через полчаса ты можешь зайти и улететь не то, что там с 90 до 10 места, а вообще улететь с 3 звезд на 1 звезду, а может быть даже и в ранге понизиться, вместо, например, там самураев, да, или сёгунов, улететь в самурая, либо в мастера. То есть не в мастера, а в эти, в элиту. Поэтому, ребятушки, вот как бы вот такая вот штука. С одной стороны, даже нам так лучше с тобой вот играть, когда уже очереди укомплектованы. Ну, единственный минус, конечно, мы с тобой теряем время, да? Теряем время, и сегодня, например, у нас вторник, мы могли бы с тобой пройти с удовольствием уже какое-нибудь испытание. Но сегодня его не будет, так как мы с тобой играем на отборочных. Плюс еще мы с тобой, наверное, не знаю, попытаемся прапать нашего Дони, если у нас хватит, конечно, мутагена. И я не знаю, ребята, может быть, сегодня, конечно, безумие это мутантов поиграем, черепашки тоже. Хотелось бы сегодня и в мафию поиграть. Хотелось бы и в Кастл Шторм вторую часть тоже поиграть, ребята. Но видите, время, сейчас уже время позднее, как бы 7 часов вечера. Ну, я не знаю, что успеем, то успеем. То есть не обессудьте, ребята, а видосики будут выходить, так что смотрите, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех дел. Ну что, у нас с тобой уже 40-й уровень, а он только на 26-28. То есть у нас уже идет такое небольшое преимущество, да, в 14-12 уровней, то есть это очень прикольно. Тем более здесь Кирби какой-то стоит никчемный. Конечно, лучше делать массовые атаки, я уже об этом миллион раз говорил. И персонажи мне больше нравятся, у которых есть именно массовые атаки, как бы. И вам рекомендую именно их прокачивать. Один из подписчиков спрашивал: Рэй, какой, по твоему мнению, я надеюсь, что он про мое мнение спрашивал, в этой игре топовый лекарь? Вот, ребята, для меня вот это вот всегда было вопросом. Топовый лекарь. Лекарь, что такое? Если брать чисто лекаря или брать боевого лекаря. Например, у нас, ты знаешь прекрасно, Леонардо, да? Он и боевой, как бы сказать, и боевая черепашка, и в то же время он лекарь. Микеланджело, я бы не сказал, что он у нас там супер-пупер боевая черепашка, да? Но все-таки лекарь из него отменный. А вот что тебе сказать по поводу, например, того же самого Кирби, Бакстера, Мухи или Морозильной Кошки, я тебе в данный момент ничего не могу. По простой причине, ребята, потому что они у меня прокачаны не полностью. Также не забывай, что у нас есть Майки Фильм, он тоже, кстати, хиллер, он тоже может хилять. Кто еще у нас? Ну, Эйприл, обычно, не Кунаичи, тоже хиллер. Кто-то у нас еще, ребята, может хилять. Шреддер, не забывай, тоже может хилять. Так, кто-то еще, вот не помню кто, ребята. А, Рафаэль, классический, он тоже может хилять. Ну, если брать из чистых хилов, да, я бы, наверное, отметил либо Морозильную Кошку. Ну,
Ее отметил бы не потому, что она еще просто хиляет. Ребята, она еще бафает. У нее очень хорошие бафы, но ускорение. Ты знаешь, да? У нее есть... Потом, что она там может? Она может заморозку сделать, правда, на одного врага, на одного противника. Но все-таки иногда это может зарешать все. Кирби. Кирби тоже хорош, ребята. У него есть ультразвук, ультракрик, который наносит урон всем. Но ты прекрасно знаешь, что у этих хилов атаки массовые очень и очень слабые. Если только под определенным бафом она может выдать там какой-то редкий крит, ну, шансов на это, конечно, мало. Можно было бы выделить, ну, я не знаю, вот Эйприл обычную можно было бы выделить, потому что я видел, что когда прокачанная она довольно неплохо и даже бомбит неплохо. В принципе, как боится, она тоже сгодится. Но, опять же, нет массовых атак. Вот, а так, естественно, ребята, лучше качайте Леонардо по возможности. Я имею в виду и Майки, Леонардо и Микеланджело. Вот и они, мало того, что они лечат, они еще могут и люлей, как говорится, дать вражинам. А уже если вы действительно хотите себе какого-нибудь хиллера, ну, смотрите, либо морозильную кошку, либо Кирби. Насчет мухи я что-то как-то не особо, ребята, воодушевлен. У меня Бакстер, да, в принципе, как и Кирби, не очень нравились всегда. Я как-то к ним так вот негативно, ребята, отношусь. Ну, сам понимаешь, да, брать в команду хила, брать в команду хиллера только ради хиллера. То есть, как бы хочется, ну, действительно, что каждая боевая единица у нас решает, да? А ты в этот момент берешь хила. То есть у тебя минус боец в команде, да? И просто хиллер, от которого толку, ну, вообще никакого, ребят. Вообще ноль, просто ноль, без палочки. Он просто может хильнуть и все, ну, ускорить команду. Но опять же, по нему два раза зарядят хорошенько, и все, и он упадет. И какой от него толк? Соответственно, надо тогда брать какого-то офигенного провокатора. Соответственно, нужно брать какого-нибудь станера, да, который может застанить врагов или хотя бы повесить немоту, чтобы твоего лекаря не подбили, даже несмотря на то, что у тебя есть таунт. То есть массовые атаки, не забывай, что у противника тоже есть. И он может в любом случае достать, дотянуться до твоего медика, который якобы за каменной стеной. Нет, ребята, никто у нас за каменной стеной не может быть. Даже если на нем висит иммунитет, это не говорит о том, что его нельзя, ребята, уничтожить. Можно, на него нельзя повесить постепенный урон или еще какой-то там дебаф, но достать-то его можно, понимаешь? Если только броня висит, да, например, повесил ты на него броню. Но опять же, массовая атака, броня слетает. Второй выстрел, он уже падает. Тут такая довольно щекотливая ситуация, ребят. И каждую боевку, каждую команду нужно подставлять. Ты понимаешь, если бы, вот, например, я не видел бы противника, да, и вот мне дают собрать свою команду, естественно, я бы собирал бы, чтобы у меня был таунт, чтобы у меня был дамагер, чтобы у меня был медик. Ну, медик желательно, чтобы был боевик, а не просто медик. И, например, какой-нибудь дебафер, типа вот, чтобы вешал либо сало, либо наоборот бафера брать, типа как Криса Брэдфорда или того же самого Усаги. Вот. И уже из расчета этого, ребят, ты смотришь, какой у тебя там попадается оппонент. Я вообще бы, честно говоря, с удовольствием хотел бы, чтобы здесь была реальная PvP-система. Чтобы ты не дрался с ботами, а чтобы действительно реальные игроки могли выбирать, могли делать себе команды и выступать уже, ну вот как бы обдуманно. Здесь мы валим с тобой уже как по шаблону. Мы знаем, кого и как мы можем побить, и чем быстрее. А когда с реальным игроком играешь, тут... Ты извини меня, тут приходится, ребят, гадать, потому что он не пропустит момента, да, улучшить такую, скажем, возможность бомбануть твоего противника, если у него осталось мало хп. А бот, к сожалению, может пропустить такой нюансик, и за счет этого ты можешь выиграть, хотя мог бы и проиграть. Так что, ребятушки, вот я как бы топлю за PvP, за реальное. Но вряд ли, конечно, это что-то даст, потому что игрой разработчики уже не занимаются давным-давно. И как бы хотелось, чтобы они занялись ей. Потому что на самом деле есть, что здесь, ребята, еще включить. У нас есть новый мультсериал, вы знаете все прекрасно. Не все, конечно, от него в восторге, в том числе и я. Но он есть, есть новые персонажи, да. Если здесь у нас с тобой в этих черепашках все равно стоят всякие разные виды персонажей, да, почему бы их сюда не включить? Я лично не вижу в этом вообще никаких проблем, я только за. Было бы интересно бы, естественно, тут бы что-нибудь добавили, может быть, какие-нибудь новые
новую, даже, предположим, сюжетную линию. Ну, видишь, тем более они сейчас особо ничем не занимаются, разработчики. Я заходил на их сайт. Все игры, которые мы с тобой, это вот Черепашки-ниндзя-легенды, плюс у них идет Драконы, Всадники Олуха, потом у них идет Юрский парк игра. Это вот я могу отметить, наверное, три крупных у них вот этих вот игры, крупномасштабных. Ну и там еще по мелочи всякое идет. В принципе, время есть. Тем более, судя по тому, сколько дохода принесли им за все это время вот эти игры, как бы отступать я вообще не вижу смысла, ребят. Вообще не вижу. Также я тебе скажу, больше даже вот есть у нас игра Tower Conquest, да, я бы тоже бы взялся бы за нее. Я вам прекрасно объяснял, да, и показывал вам, что можно было бы сюда добавить, что можно было бы сюда включить. Потому что у нас персонажи есть только за две определенные расы, и можно очень много чего там нового сделать. Почему не делают, не знаю, ребят. Такие культовые проекты просто доходят до определенного пика, да, и просто умолкают. А есть игры, которые вообще из себя ничего не представляют, а их развивают, прокачивают, рекламируют постоянно. Хотя ты зайдешь в нее, там она буквально на полчаса тебе зашла, и все. И больше в нее просто неохота играть даже. Вот. Видишь, как бы несправедливо получается. Ну да ладно, мы сейчас с тобой что-то отвлеклись. Мне, как всегда, ребята, понесло на какие-то размышления. Так всегда бывает, когда я, по-моему, соскучился. Как бы охота поделиться своим мнением именно вам, чтобы вы подумали, тоже как бы прикинули. Подумали. Так, ребят, ну мы уже с вами в Лиге Самураев, как ты видишь, да? Одна звезда пока еще, но отчаиваться не стоит. А будем продолжать. Так, 13-16, дайте мне, пожалуйста, 13-17. Сделайте такую милость. Или 14-17. Они, видимо, не хотят. Не дадут мне, да? Максималку 13-16 втюхивает и все. Ладно, ребята, ничего с этим не поделаешь, придется брать. И возьму я, наверное, Александра. Почему? Потому что здесь есть бронза. А если есть бронза, ты прикинь, сколько мы с тобой уже боев сделали. Сколько уже сделали боев. У меня практически, ребята, уже все, герой кончается. И только лишь 34-37 уровень, и то бронза. Вот именно об этом я тебе изначально, с самого начала игры и говорил. Чем отличается буст от уже, как говорится, как-то сказать-то получше, ну, уже устоявшейся игры. Вот так вот, наверное, да? То есть в данный момент уже действительно она устоявшаяся. Если бы мы с тобой, например, начали бы играть там в среду, в четверг, то это вообще был бы уже застой. То есть уже держались бы все люди на своих точках, и минимальный там плюс-минус был бы именно в рядах, именно по лиге. Так, сегодня еще в Олух, наверное, поиграем. Да-да-да, кстати, там надо будет нам поставить с тобой домик новых персонажей. Как раз он должен созреть уже к этому, к следующему моему выпуску. Так что все будет окей. Ты посмотри, какой Генри, а? Он думает, это весело. Пора его наказать, ребят. Если он думает, что он поставил ушки-чебурашки, то ему все можно. Нет, ничего тебе нельзя. И ты будешь сурово наказан за это. Уж я тебе это обещаю, парень. Так, давай-ка бросим баллончик для начала. Так, Мондагека красавчик. Так, давай-ка муху, наверное, прибьем. Вот. Кирби. Так, Лео, ну-ка, хотел вот этот удар посмотреть. Слушай, ну неплохой, неплохой, ребят. Единственное, конечно, что он не прокачан, ты видел урон. Ну, минимальный, да, мы нанесли. Но, как сам факт, это неплохо, ребята. Все, я обещал, я сделал. Да я и не сомневался, что здесь мы их с тобой прорвем. Потому что уровень у противника был вообще никчемный. Ни о чем. Так, и мы с тобой... Блин, нам бы хотя бы до Сёгуна дойти. Такими темпами, друзья. Такими темпами нам бы хотя бы дойти до Сёгуна. Ну что, возьмем с тобой, наверное, Серегу. Возьмем с тобой Серегу и... Муха, Шредер, Джастин, Ванька и Нейтрализатор. Окей. Так, у нас же еще сегодня... Слушай, не знаю, надо будет глянуть испытания, какие у нас на этой неделе будут доступны. Да? Кто там будет разыгрываться? Бумс, минус двоечка. Минус Крис Брэдфорд. И давай пердушку. Пух. Вот так вот. Слушай, ну Джастин тоже неплох, ребята. Правильно кто-то говорил, что у Джастина, у Ваньки, у них есть массовые атаки. А вы знаете прекрасно, что я топлю за массовые атаки. По-моему, их не время пришло.
скоро будем их прокачивать. И нейтрализатор тоже. Ну, я все-таки думаю, что рулит тот, у кого их больше, именно массовых атак. Так, 14-17, дайте мне что-нибудь покруче-то. Ну, че вы такие жадные, а? Вот, вот. Александр, опять Александр. Ну что ж, давай. 45-й уровень. Ну тут все, ребят, тут даже и думать не о чем. Просто проходим с тобой своими персонажами. Мы уже с тобой играем, грубо говоря, за топчик, да? А он там 42-е место, топчется где-то позади. Так что, давай, помпс. Оу. Бибопчик тут немножко повыпендривался, но это ненадолго, он упал. Он упал, а мы с тобой двигаемся дальше. Хотелось бы еще посмотреть, если вдруг у нас какое-то легенькое рейм-испытание, может быть, сегодня его сразу же и пройдем. Может быть, ребят, пока не обещаю, посмотрим, как все пойдет. Потому что сегодня я хочу очень много чего сделать. И вот как это все реализовать, пока не знаю, ребята. На каждую серию по полчаса и то очень много времени уйдет. Так, ну-ка, что у нас здесь? Ну, давай, кунай начнем. Хопа. Так, кунай. Теперь когти. Так, минус морозилка. Плюс валун. Я думаю, что валун все решит здесь. Всю нашу сказочку. Да. И мы с тобой двигаемся дальше. Слушай, ну на самом деле, согласись, очень тяжело идем. Очень тяжело мы с тобой продвигаемся. Потому что в данный момент мы находимся где? В самурае. Даже не в трех звездах. Ты представляешь? Вот так вот. А персонажи у нас с тобой заканчиваются. У нас осталось вообще шиш да не шиша. Все, ребят, последняя катка будет состоять из трех героев моих. Охо-хошечки, хо-хо. Но зато я тебе скажу другое. Мы сейчас вот заберемся с тобой, да, например, в самураи в эти, да. И будем там сидеть себе припеваючи до следующей серии. Я что-то сомневаюсь, что нас оттуда просто сбросят. Как говорится, ниже некуда. Пумс. И здесь тоже. Конечно, приятно смотреть, когда ты доходишь до мастера одна звезда, да? С первого, как говорится, захода. Со свежего, да? С откатика недели. Но здесь зато все устоявшееся. Так, ну что, друзья мои, последний бой у нас с тобой на аренке. Сколько мы с тобой мутагена, интересно, заработали? Нам нужно 10 тысяч, если ты помнишь. 10 тысяч. Знаешь, о чем я только жалею? Об одном. Что когда у нас началась неделя новая, да, у нас там розыгрыш должен был быть по осколкам. И я его профукал. Ну, еще раз повторяю, потому что ребята был на работе. Не было там возможности у меня посидеть, подринкать. Поэтому, а если бы даже и была бы, как бы я вам все это показал? Конечно же, никак, потому что это не было бы записано. И того, ребята, мы с вами попадаем на 77-е место. Лига самураев, 3 звезды. Все нормуль. Так, сколько у нас? Все, друзья мои, нам хватает. У нас 12 тысяч мутагена. И мы с тобой развиваем его. Оу, Дони. Так, и что это у нас такое? Вне игры Донателло совершает прыжок сквозь панели, ударяя врага и выбивая его из кадра. Вероятность 25%, блокирует способность на один ход. Вот так вот, ребята. Отлично, я только рад за нас, за вас, ребята. Вот здесь, кстати, можно было бы мутаген набить, если что, но уже поздно. Вот здесь именно, ребята, осколки разыгрывались при откате недели. Ну что, глянем, что у нас по испыталкам. Армагеддон, ребята, Армагеддон, то есть это будет у нас здесь даваться Армагоша плюс День Дони. Ну, День Дони — это неплохо, ребята. Персонажи, этот нам уже не нужен, нам нужен Дони Космос, классика. Как говорится, ролевое видение и фильм, по-моему, да? Фильм Дони нам тоже нужен. Плюс космические странности. Так, что у нас тут, ребята? О, фартит. 5 ДНК на Рокстеди фильм мы с тобой забираем. Отлично. Плюс у нас с тобой 108 осколков. А это говорит о чем? Что мы продолжаем прокачивать Майки классику. 3 ДНК взяли, и уже 91 ДНК из 100. Всего лишь 9 штучек нам не хватает. Шикарно. Так, ну, по жетонам у нас пока все с тобой тухло, кисло, никудышно. Так, вроде бы все, да, друзья мои? Так, подожди-ка, я хотел посмотреть кое-что на боевке, именно в испытании. В космических странностях, ага, вот, вот, черепашки, космос. А кого нам дадут?
Слушай, а в принципе, ребята, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. И мы с тобой, наверное, сейчас пойдем и запилим все это дело. Поехали. Именно вот этих персонажей нам как раз здесь не хватало, да? Сотого уровня, возможно. Еще раз повторю, возможно, ребята, мы пройдем сегодня это испытание. Может быть, последнее, не без потерь. Но вот эти вот в данный момент мы с тобой будем разруливать. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, возможно, тоже испытание. Просто рвать будем. А последнее, сколько там у нас их, 8, да? Там, может быть, немножко спасуем, потому что я там буду убирать, конечно же, Бакстера Стокмана. Ты понимаешь, почему? Потому что он 81 уровня. И, наверное, придется убирать нам майки. Но это под вопросом, под большим вопросом. Как ты, наверное, успел заметить, да, у Рафаэля уже 99 уровень. Это говорит о том, что еще один левелап, и он будет у нас сотым. Фулочка. Так что, ребята, копим мутаген, как говорится, на него. Там нужно 36 тысяч, по-моему, мутагена, чтобы его перевести на фулку. Так, ну что, тут 25 уровень уже, так что расстраиваться не стоит. Делаем, естественно, с вами автобой, и мои персонажи просто их разнесут здесь в хламину. Так же, как следующий и позаследующий уровень. Так. А то, что здесь черепашки космос разыгрываются, это очень круто. Они, вы знаете, прекрасно тоже фармятся очень-очень тяжело. Поэтому в этом испытании, как говорится, можно немножко приударить и заработать лишние пару ДНК. На самом деле, лишними ДНК не бывает. Только лишь на тех персонажей, которые уже у тебя существуют. Тогда да, тогда они лишние. Да и то их можно, как говорится, разобрать на те же самые сюрикены. Так, ну что, у нас с тобой второй эпизод пройден, и мы с тобой с удовольствием переходим на эпизод третий. А мы можем вообще вот так вот с тобой в один день, наверное, пройти все испытания. Но я думаю, это никому не интересно будет, да? Точнее, я могу сделать, а следующая серия у меня будет что, только лишь поднятие в ранге? Наверное, никто с этим не согласится. Хотя пишите, ребята, мне в комментариях. Может быть, кого-то это заинтересует, чтобы я в один день проходил все сразу испытания. А дальше мы просто играли бы в лигу. Или же все-таки делим в каждый день по испытанию, да, и по лиге. Так, что у нас тут? А, вот они пошли. Космические странности. Конечно, странности. Тыч, просто с удара. 30 уровень, чего вы хотите, друзья мои? 30 уровень врагов, поэтому мы их сметаем, даже не замечая на своем пути. Получаем 3 звездочки, то есть отличная победа. Можешь фармить, если хочешь. И у нас эпизод 4. Вот с эпизода 4 начинается самый смак. Потому что здесь уже начинается Рафаэль Космос разыгрываться. А как я тебе уже объяснил, эти черепашки мне нужны. По-моему, ни одна космическая черепашка у меня еще не прокачана. Даже, ну да, вообще ни одна. Что не по уровню, что не по бафам. Точнее, по скиллам. То есть вообще, это как бы черная дыра в моем вот этом мире. Именно космические черепашки. И надо это как-то дело исправлять, друзья мои, в ближайшее время. Так, минус Лео Космос. Джастина тоже минус. И мутант Белка тоже минусуется. Так, а у нас тут босс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два големчика. Как же я про них забыл-то. Ну, здесь-то, конечно, мы их порвем. Тут базара нет. Первый бой, второй бой довольно легкий. А вот последний, последний, наверное, нам душу-то вытрепит. Хотя там я буду своими ручками играть, ребята. И я не дамся им так легко и просто. Бумс. Ну тут все классно, все великолепно. Я еще помню, ребят, как в мультике они с этими големами дрались, да. Они там с пушек в них бомбили. Довольно крепкий там этот враг был. Тут они что-то его вообще размазали, даже не поморщились. Ну что, мы переходим с тобой на пятый эпизод. Тут их 8. То есть пятый проходим, остается всего лишь 3 эпизода. 55 уровень врагов, поэтому я опять же, слушай, разрешение ставлю на автобой, ребята, и он сейчас будет здесь разруливать. Так, Усаги добил, Лео добивает. Даже Рафаэль здесь уничтожил. Так, двигаемся с тобой дальше. Тут у нас, да ничего такого нет, обычные дроны, мутант-белки и чувачки с пулеметами, да? Крабоножки, елки-палки. Окей. Переходим с тобой на третью волну. Здесь у нас грибы, которые я терпеть не могу. Так.
Причем их называют грибы-люди. Я, конечно, могу понять, почему там у них типа ножки есть, ручки. Но почему люди? Неужели их превращали в грибы в эти, а? Или их просто так назвали, от нечего делать? Ну, кому-то нечего было делать, сказал, пускай это будут люди-грибы. Так. Ну, сам прекрасно видишь, что вообще без каких-либо проблем тут разносим. Даже если он что-то рыпнется или сможет, захочет сделать, ничего у него не получится. Он даже по инициативе проиграл, ты понимаешь? Я уже пошел по второму кругу, а он еще инициативу столбик вообще не набрал. Вот так вот. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Леонардо Космос получили, и у нас Микеланджело Космос. А в конце будет Армагон. Я вот сижу и думаю, а зачем мне Армагон, да? Если он у меня есть, ну зачем он мне нужен? Ну, только лишь для галочки, что это испытание у нас пройдено полностью, как и всегда. Это же не первый раз мы играем здесь. И обычно всегда доводим дело до конца. Я, ребят, никогда не пасую. Если уверен на 100%, или хотя бы попытаться и знать, что ты сможешь пройти уровень, я никогда, ребят, не пасую. Всегда рискую. Если есть хотя бы 10% победить, я всегда, ребята, рвусь в бой. Ну и что, что если ты проиграешь? Ты же не корову проиграл, да? Ну, проиграл ты бой. Зато ты убедился, что да, здесь я не смогу, например, потянуть. А если побеждаешь, ты сидишь и, знаешь, воодушевляешься. Типа, надо же, я думал, что я здесь проиграю. А я выиграл, да? Пускай не на 3 звезды, но все-таки победа за мной. Так что идите все лесом, да? Так, ну что, друзья мои, минус Майки Космос. Вау. Ух ты. Это Лео сейчас сделал, да, против меня? Это его супер-пупер удар? Будем знать. Какого-то он там дрона вызвал. Только я не понял, это массовое так или одиночное? Как-то не успел, честно говоря, рассмотреть. Так, ну что же, ладно. Победа, как ты видишь, за нами. И у нас остается всего лишь 2 эпизода с тобой. Всего лишь 2 эпизода. Это у нас Донателло Космос. Ну и в конце, конечно же, Армагон. Здесь, кстати, ребята, будет босс. И, как ты видишь, 5 волн. Слушай, я думаю, что здесь вот в данный момент мои черепашки, наверное, справятся. А вот насчет следующего, самого последнего, наверное, придется нам все-таки исключить из команды Бакстер Стукмана и брать вот чисто вот эту команду. Да, я возьму туда Майки, но Бакстер Стукман туда не пойдет. 81 уровень слишком маленький будет. Причем боссы будут, насколько я помню, ага, 80 уровня. Или они 80 здесь, а там они будут 90. Сейчас мы с тобой посмотрим. Я, честно говоря, просто не помню, но вскидку, как говорится, врать не хочу. Так, уничтожили. Тут 5 волн, как ты видишь. И причем довольно неплохо мы здесь их разбираем. Переходим на третью и смотрим, кто здесь у нас. Стрелозады. Стрелозадов я обожаю, ребята, за свою, как говорится, мягкотелость. Потому что мы их разбираем здесь вообще на изи. Пумс, вот так. Вообще на изи, без всяких проблем. Вот этим они мне и нравятся. Противник крупный, да, как говорится, фиг промажешь. Вот здесь уже немножко щекотливо становится. Так, Баксер делает волну. Майки делает уклонение. В принципе, это неплохо. Я бы даже сказал, это хорошая комбинация. Вот зачем ты вешаешь месть? Скажи-ка мне, родной, а? Хотя она может даже здесь очень хорошо сыграть. Месть. То есть, если кто-то тут брыкнется, а тут брыкнулся, как ты видишь, один, да? Подожди, подожди. Вот сейчас я не понял одного. Почему Усаги не стал атаковать после того, как кто-то нанес кому-то урон? У него же, по идее, стоит месть. Он должен атаковать. Так, секунду, сейчас мы здесь с тобой выключим, наверное, автобой. Я хочу с этими ребятушками поговорить, как говорится, по душам. С глазу на глаз, без какого там автобоя. Так, отключаем его. Так, Усаги, что ты делаешь? Блин, он берет бафает, а? Можем не отключить автобой? Эй! Так, успел вроде бы, да? Так, друзья мои, поехали. Я делаю с тобой вертушку. Ну, одному из големов 100% хана. Ну, и этого остается только лишь добить. Через апперкотик мы это сделаем с тобой. И, как ты видел, у него, да, успел, наверное, заметить, у него 75 уровень был у босса. Значит, у последних будет все-таки 85, да, действительно. Бакстер Стукман здесь просто, ну, не котируется. Мы его удаляем. Удаляем из нашей команды. Это, как говорится, ничего, ребята, страшного не будет. Но он просто нам здесь не к месту, не кстати.
Поехали. Поехали. Конечно, нас на одного меньше стало, но ничего страшного. Так, друзья мои, играть буду я сам. Без всяких пока уклонений, там, хилов. Можно было бы, конечно, сделать баф, можно было бы сделать месть. Кстати, я, наверное, так и сделаю в следующий раз, на Усаге повешу. Потому что ни в каком другом случае я это не использую. Можно хотя бы здесь просто по фанчику сделать, да? Так, минус. И, ну, конечно, майки. Как всегда, Mozilla. Так, вот, давай сделаем с тобой месть. А насколько там у нас длится? Всего лишь два хода, по-моему. Так, переходим на вторую волну. И посмотрим. Ну, можно было бы, конечно, вертушку здесь звездануть, но я решил вот так вот с ним разобраться. Плюс у нас практически у каждого есть двойная атака, что играет нам очень большой плюс на руку. Можно... Нет, не будем. Можно было бы, конечно, и бафнуться по полной программе, но... Почему мести нету? Объясни-ка мне на милость. Я же ее ставил. В чем проблема? Она что, на один все-таки ход действует, да? Я думал, честно говоря, на два. Ну, ничего страшного, ребят. Приходим с собой на третью волну. О, мои любимчики, ребят. В переносном смысле, конечно же. Я их обычно всегда вырубаю массовыми атаками. Потому что они тут начнут сейчас дрынькать, шпинькать. Но не в этот раз. В этот раз у нас с тобой есть двойные атаки, поэтому мы можем их спокойно сами вырубить. Без применения каких-нибудь там суперударов. Единственное, что мне не нравится, что у Майки вот это вот отравление висит. Постепенный урон. И надо его как бы по возможности захилять. И как можно быстрее, потому что волна уже, как ты видишь, третья идет. Окей, переходим далее. Так, четвертая, да? Слушай, я даже не знаю, давай, наверное, хильнемся с тобой все-таки. Сделаем так, для начала, ребята. Теперь уклонение мы будем держать с тобой именно на големов. Сейчас, по идее, надо бы нам, наверное, массовые атаки применить. Нет, давай-ка лучше мы сделаем с тобой баф. Бафнемся хорошенечко, укрепим свои отряды, да? Тут постепенно урон только на одного повесился. Это плохо. Я знаю, ребят, что они сейчас будут делать свои суперудары, что не есть хорошо. Армагон в свой валун сейчас отправит. Блин, кстати, с этим надо быстро заканчивать. Ух, ты видишь, как они укрепились? Сейчас кому-то будет бобо. Ё-моё, а? Смотри. Да. Так, надо будет захиляться обязательно. Вообще раздухарились, не на шутку. Смотри, что творят, а? Еще валун, да, выбрасывает? А, нет. Здесь немножко другое. Здесь немножко другое. Во-первых, надо поставить ярость Рафа. Усиливаем себе атаку. Это во-первых. Во-вторых, хватит шутить. Делаем с тобой уклоняху. Потом сделаем с тобой отхил уже. И поехали, как говорится, вырубать их уже одного за другим. Блин, ты со своим грибом с этим сейчас еще заблокирует, да? Твою же налево, блин. И это плохо, ребята, у него очень мало здоровья. У Рафаэля. Так, кто тут хочет Дони, наверное, сходить в следующем, да? Так, минус. Рафик. В кого он там? Угу, в Усаге. Так, есть. Успел, успел, ребята, я хильнуться. Успел я хильнуться. И давай, наверное, добьем все-таки его с помощью мести. Окей. Так, ну вот, друзья мои, и големы. У нас с тобой уклонение стоит или нет? Или оно закончилось? Я вот что-то как-то не обратил внимания. Эх, нельзя здесь шутковать. Этот лавовый, этот электрический. Нужно вырубать их всех. Не давать им шанс, ребята, на атаки. Хотя бы одного надо желательно сразу же вальнуть. Так. Блин, лаву. Ну почему ты, гад, лаву выпускаешь, а? Есть. Хотя бы так, ребята. Пумс. Живем. Подожди, подожди, подожди. Пока не стоит, ребят, расстраиваться. Пока не стоит расстраиваться. Попробуем через апперкотик его наказать. Есть. Фух, друзья мои. Может быть, я зря паникую, а? Раньше я их очень сильно боялся. Они такую дичь вытворяли. А сейчас что-то мы их так быстренько с тобой распечатали. Да тем и лучше, друзья мои. Тем и лучше. Потому что мы теперь можем спокойненько с тобой фармить. Смотри, какая красота, а? Ну-ка, рискнем? Рискнем, конечно.
И нам выпадает Майки Космос. И это очень круто. Так, еще попыточка. $3. И, блин, на последнюю попытку не хватает, да? Да, ребят, на последнюю попытку не хватает. У нас, видишь, подожди секунду. 7. Ну, давай здесь попробуем. Фу-ю-ю-ю, тихо, подожди, не то. Вот так вот. 35 жетонов. Ладно, ничего страшного. У нас с тобой еще будет время здесь пофармить. И черепашек космос надо, ребята, обязательно, обязательно получать. Ну и про Донателло тоже не стоит забывать. Согласись. Так, у нас еще с тобой здесь куча заданий. Давай-ка мы, наверное, сделаем серию испытаний. Кстати, скоро мы ее будем проходить. Смятение из другого измерения. Потому что первый круг проходим, а мы с тобой, как уже договорились, начинаем всегда со второго круга. Да? Только приходим на второй круг, сразу начинаем с тобой делать серию по смятению из другого измерения. Так, но здесь тоже, не забывай, расслабляться не стоит. Здесь противник довольно жесткий, лютый. Так что, как говорится, соберись. Ну-ка, печатаем? Печатаем. Запечатали Джастина, ну а дальше все, как говорится, как по написанному. Разбираем и в ус не дуем. Так, здесь у нас кто? Ага, Шреддер. Так, ну здесь баловать особо не стоит, надо массовыми атаками. Так, окей. Уклоняху, уклоняху. Слушай, по-моему, не надо пока, да, ребята? Не будем пока тратить. Попробуем с тобой так их распечатать. Отлично. Так, блин, я только сейчас увидел, что у нас у Бакстера Стокмана очень мало здоровья. Так, уничтожаем с тобой Рокзара, а этот делает хил. И это хорошо, ребята, что он именно на отхитчик потратил свой, как говорится, ход. Это очень хорошо. Мы его разберем с тобой и заодно сейчас успеем, наверное, хильнуться. Ай-яй-яй, мы его убьем. Вот в следующем бою уже идет вопрос, а стоит ли брать нам Бакстер Стокмана, у которого меньше, чем половина хп. Риск, есть риск. Риск к тому же, что он упадет сразу же в первом бою. Надо будет смотреть. Так, ну что, друзья мои, у нас боевки сейчас пойдут, да? Боевки. Да, и поднять уровень персонажа. 2759 мутагена у нас. Давай-ка вот здесь вот разбомбим все, что нам пока не нужно. Так. 11 ДНК. Тут 5 ДНК. А на кого мы с тобой получали кучу ДНК? На Крипа, верно? Да, именно на Крипа. Окей. Ну, в принципе, все разобрали. Ну, тут остаются, конечно, по мелочи. Я вот смотрю, Бакстера Мухи, 8 ДНК. Ну, это так, не актуально. Это не актуально. А что я хотел сделать? Хотел пройти уровни. Уровни, которые мне нужны на ежедневку. Так, Шреддер, да, значит? Давай смотреть, чего нам тут не хватает. Очки. Очки 3D мы получили. Так, смотрим дальше. 10 шляп, да, вот этих вот. Поехали искать. Первую нашли. Так, первую нашли. И вторую, как всегда, шиш, да? Ну, понятно, началось. Началось. Надо с собой просто мутаген. Тыкву и мутаген, да? Вот так они решили надо мной поиздеваться. Тыква и мутаген, шляпа. Спасибо большое. Вовремя. Молодцы. Лучше не придумаешь. Красавцы. Ладно, ребята. Сколько там нам еще нужно будет шляп? Аж 7 штук. Много. Ну, главное, что мы с тобой задание сделали, ежедневки. И за это получаем с тобой награды. И теперь нужно поднять уровень персонажа. У нас сколько там мутагена? 4000 всего. То есть это кто-то будет из маленьких, слабеньких, никудышных. Давай вот здесь до 45-го сделаем. Чтоб красиво было, да, друзья мои? Ну и вроде бы как все. Забираем остатки роскоши и будем с тобой закругляться. Обязательно посмотрю вот это все. Но это будет уже, ребят, за кадром. Получим с тобой откатики, да? Получим с тобой колодочки. А мы увидимся с тобой в следующих новых видосиках. Так что всем пока и до скорого.